Сама 572 рубля. Оплата наличными или по карте? А почему в чеке рыба 348 рублей, а на наценнике была 199? Цена 199 рублей по карте магазина. Вы сказали, что у вас нет карты, соответственно, для вас цена будет 348 рублей. 21-й год на дворе, а вы народ обманываете, а? Цену пишете одну, продаете за другую. Какие карты? Я требую продать со скидкой. На ценнике указаны условия действия данной цены. К сожалению, я не могу вам ничем помочь. Могу лишь оформить возврат, если хотите. Не надо мне вашего возврата! Продавайте мне за 199 рыбу! Я жаловаться буду. Да, конечно, пожалуйста, жалуйтесь. Но чем я перед вами виновата? Никакого уважения к людям нет! Фу! Одно кругом! Не могла просто карту у меня попросить? Зачем скандал устраивать? Доброе утро, мамочка! Сейчас 4 часа ночи, ты в своем уме? Солнышко уже проснулось! Сейчас 4 часа утра! Еще ночь! Пойди ложись спать, пожалуйста. Хорошо, мамочка! А ты позаботишься о Софи, ладно? А то я ее уже разбудила. Привет, мам! Нет.